Сегодня глава Чувашии встретился с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. Первая встреча сегодня с вами у меня. Я думаю, добрый день будет, добрая неделя, добрый месяц. Михаил Игнатьев рассказал владыке о предварительных итогах 2012 года. В республике в этом году родилось на 1000 детей больше, чем в прошлом. Снижается смертность. Повышается зарплата учителей и воспитателей детских садов. Коснулись собеседники и философских тем – добра и зла, веры и нравственности. В мире и согласии то, что многонациональный чувашский народ живет, мы должны не только сохранять, мы должны укрепляя и развивать, духовно обогащая и молодое поколение, чтобы каждому человеку было присуще нравственная основа. Вот тогда, когда человек поступает по совести, по велению Всевышнего, когда у него есть вера, надежда и любовь, он уже будет уверен в завтрашнем дне, я так считаю. Владыка поблагодарил Михаила Игнатьева за то, что он лично присутствовал во время хиротонии архимандрита Феодора, епископа Алатырского и Порецкого.